И снова здравствуйте. С вами Александр Михальцов, и это канал «Веселый теремок». На улице творится какое-то мракобесие, сумасшедший ветер, дождь срывается. В общем, погода не дает позаниматься дачными делами на улице, поэтому пришлось спрятаться в норке. Ну и тут, если честно, забот хватает. Так, у меня есть сломанная болгарка, которую я сейчас попытаюсь починить. Так что видео из серии «Очумелые ручки». Кому интересно, не переключаемся. Ну и немножко предыстории. Есть у меня вот такая болгарка японская, Makita, сделанная в Румынии. Модель 95-58, комплектация с кейсом. Покупал ее лет 6 назад. И служила она мне верой и правдой до того момента, пока мы не начали строить забор. Решил я почистить профильную трубу 600 на 600 от ржавчины перед покраской. И с дурума нацепил на нее не вот такую вот корщетку, а вот такую. Размеры чашки можете сравнить. Вот это идет на большую болгарку, 230 мм которая. А эта малышка проработала с большой корщеткой, но недолго. Дико нагрелась, запахло жареным. Я ее выключил, подождал, пока остынет, снова включил в надежде на чудо, но чуда не произошло. Оборот она не набирала, гудела и в районе ручки все так же очень сильно нагревалась. Дела тогда не требовали отлагательств, не стал я с ней разбираться, положил в дальний угол, а так как работой этой модели был доволен, в принципе, заказал в магазине точно такую же, только с комплектацией победнее. Ну и в расчете того, что у меня есть донор на всякий случай для какого-то ремонта. И провалялась она у меня где-то полтора года, пока я не начал этой зимой разгребать хлам и на нее наткнулся. Посмотрел ролики в интернете и решил попробовать восстановить ее собственными силами. Для того, чтобы диагностировать и устранить неисправность, болгарку необходимо разобрать. Свою разобрал еще зимой, чтобы закупить необходимые запчасти. Но покажу вам сейчас весь этот процесс, максимально приближенный к полевым условиям. Для начала выкручивается винт, который крепит корпус ручки. Как видите, винты у Makita, можно сказать, универсальные, под крестиковую плоскую отвертку, кому как нравится, кому как удобно. Корпус легко снимается и сбрасывается дальше по проводу, чтобы не мешался. Затем освобождаются щетки. Для этого поднимаются пружинки, отводятся в сторону. Их две штучки, и тем самым мы уберем давление с коллектора якоря. Также можно достать щеточки и посмотреть на их состояние. Но у меня они в хорошем, так что еще, как говорится, походить. Затем освобождаем статор. Для этого снимаем концы обмоток с клевм. Это раз, это два красных провода, третий черный и четвертый черный. Все, выпрямляем их, чтобы они не цеплялись, когда будем вытаскивать статор. Переворачиваем болгарку. Затем выкручиваем 4 винта, которые крепят редуктор к корпусу.
и редуктор легко должен сняться. Затем поворачиваем и достаем якорь. Достается он вот в таком виде, вместе со станиной и крыльчаткой охлаждения. После чего выкручиваются вот такие два длинных винта, которые освобождают корпус статора. И сам статор. Аккуратненько его вытягиваем. Ну вот, в принципе, болгарка у нас разобрана. Вот два основных узла, которые чаще всего выходят из строя. Забегая вперед, хочу сказать, что статор можно не вынимать из корпуса, а диагностировать его, всего лишь скинув провода с клевом. Но об этом чуть позже. А пока приступаем к прозвонке. Разбираемся со статором болгарки. Сначала визуально осматриваем его на наличие каких-то подгорелостей, черных пятен. Ну, в нашем случае статор чистенький. Вот кому нужен артикул запчасти. Как видим, у него две обмотки. С каждой обмотки по два вывода. Сейчас при помощи этих выводов мы замерим сопротивление обмоток. Для этого берем мультиметр. В моем случае вот такой модный. У кого попроще, с крутилками, выставляем параметр замер сопротивления. До 200 Ом будет достаточно. И сначала мерим сопротивление на одной обмотке. Вот 1,8. И один и восемь на второй. 0,1 может быть отличие. У меня в идеале параметры. И до 2 Ом должно быть, ну как я прочитал, должно быть сопротивление обмоток. Еще заодно померяем короткое на корпус обмоток. Как видим, с этим все в порядке. Так что делаем вывод, что со статором у нас все в порядке. Теперь разберемся с якорем болгарки. Для этого визуально осмотрим его на наличие механических повреждений, повреждений изоляции, каких-то черных подгорелостей. Вот артикул запчасти, если кому-то надо. Но визуально к нему претензий нет никаких. Берем мультиметр. Также выставляем замер сопротивления до 200 Ом. И начинаем мерить сопротивление между на ламелях якоря, где бегают щетки. Между соседними оно должно составлять 0,7-0,8 Ома. 0,6. 0,7-0,8. И так вот по кругу меряем. Для удобства ставим карандашиком, маркером метки, чтобы не запутаться. Но видите, у меня тут все замерено. И подходим к самому интересному. И 1,4. В другом месте 1,5. Еще в одном 1,4. На соседних
1.6, 1.7. Вот оно наше больное место, которое показывает, что данный якорь подгорел и пришел в негодность. Еще один способ я посмотрел на YouTube. Вот у меня уже есть купленный новый. Цена. Вот артикул. Это аналог. Сейчас как раз для эксперимента попробуем замерить у него 0,6. Это погрешность. 0,8. 0,7. Вот, а теперь по поводу второго способа проверки якоря. Для удобства одену я другой щуп. Сейчас настроюсь, чтобы показать хорошо. Один сверху щуп зажимаем, второй снизу. Так вот видно. И начинаем потихонечку вращать его. И вы видите, что сопротивление у нас практически не меняется. А теперь попорченный вращаем также потихонечку. И вы видите, что творится. Вот. Еще мы делаем выводы, что данный якорь уже не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Итак, пока дождик чуть-чуть перестал, переместились на улицу, чтобы разобрать якорь. Для этого ключиком на 10 откручиваем гайку. Делается это довольно с усилием. И снимается шестерня. Далее берется два чурпачка каких-нибудь. Они будут играть роли выколотки у нас. Берется брусочек и начинается несильными ударами выбивается станина из корпуса. Можно было делать это и прям молотком по оси. Но не хочется все-таки заниматься вандализмом. Все. Ну вот. Ось цела, хотя якорь на выброс. У нас остался корпус и подшипник. Также не забываем снять резиночку заднего подшипника. Ну и все, этот якорек на выброс. Берем новый. Сразу же ставим резиночку, чтобы ее не потерять. Берем
головку подходящего размера, я взял 24-ю. И также не сильными ударами запрессовываем. Обратно. Вот видите, получилось так, что корпус сел, а подшипник немножко торчит. Надо взять головку чуть поменьше и повторить эту процедуру. Дубль 2. Взяли головку на 18. Она вот как раз идеально подходит под внешнюю обойму подшипника. Ну и все. Крутится, люфта нету. Ставим. Обратно шестерню. И от души затягиваем. Все, резиночка целая у нас. Якорь пересобран. Итак, у нас все готово для сборки болгарки в исходное состояние. Кстати, что заметил, номера, которые выбиты на корпусе статора, отличаются. Но, во всяком случае, каталожные номера на запчасти, которые я использовал в этом видео, я оставлю в описании. Не будем терять время, приступим.
Ну что ж, болгарку мы собрали. В принципе, она готова к запуску. Но самые внимательные заметили, что у этой болгарки еще сломана кнопка. Это однажды у меня закусило диск, и я пытался открутить гайку и давил с такой силой, что кнопку сломал, пружинку потерял. А коль мы восстанавливаем, я также в комплекте к якорю заказал еще кнопку в сборе, и мы сейчас также ее поменяем. Для этого откручиваем 4 винта. И достаем вот этот шпендель. Тут вот специально есть специальный паз, чтобы поддеть. Шпендель сняли. Вот она, наша кнопочка. Резиночка куда-то делась. Непонятно. Кнопка состоит из четырех элементов. Пластиковая, нажимная, пружинка, кнопка, резиночка и шток. Резиночку надеваем на шток. Вставляем ее. И теперь самое главное, пластмасску защелкнуть на шпендель. Сходу не получилось победить кнопку, потому что не хватает усилия пальцев, чтобы защелкнуть кнопку на шпендель. Поэтому пришлось прибегнуть к лайфхаку. Взял вот такой вот болтик, накрутил на него гаечку, но гаечку накрутил не до конца, чтобы в него попал шпендель и как бы не выскочил, не ерзал никуда. Теперь одеваем ее . Переворачиваем на дощечку какую-нибудь. Ну и вот так вот. Кнопка нажимается на месте. Лайфхак сработал. Перед сборкой добавим чуть-чуть смазочки. Механизм прям поверх старый.
чтобы не баловать. Ну что ж, а всего лишь требовалось пару раз ударить молотком. Подшипник очень туго заходил в посадочное место, а я подумал, что он упирается в шестерню. Поэтому пришлось повторно разобрать. Но нет, все, встало. Еще разок собираем. Якорь заменили, а кнопочку тоже поменяли. Все, она работает, не двигается. Вот, кстати, что стало со шпенделем, пока он без кнопочки был. Вон, кусочек сожрал его. А так, запчастей не осталось. Кстати, чтобы больше диск не закусывала, купил во всех инструментах вот такую штучку, якобы помогает откручивать диски, даже которые не зажимают без ключей, но рекомендовать пока не могу, ибо сам не попробовал. Еще вот запечатанная лежит и ждет своего часа. Кто может пробовал, напишите в комментариях, будет интересно почитать. В начале видео я же говорил, что у меня две болгарки таких. И чтобы не возникало мыслей, что произошла какая-то подмена, вот она, наша боевая подруга. Работает, все в порядке. Кстати, не забываем про технику безопасности. Один раз окалина в глаз попала и научила, что лучше 5 минут дойти одеть очки, хотя бы вот такие вот, чем потом неделю глаза лечить. Всегда в коробочке теперь лежат. Так, старую показали. Час X. Ну что, работает? Не греется, паленым не пахнет. Подводим итоги. Во-первых, используйте правильную оснастку для своего инструмента, чтобы он не ломался. Ну а если вдруг сломался, вы сами видели, что, имея немножко денежек, в моем случае 1375 рублей стоит якорь и рублей 100 кнопка в сборе, учителей грамотных на YouTube, на мой взгляд, это уже кладезь знаний, и немножко желания, и ваш инструмент снова вернется в рабочее состояние. И маленький спойлер, для чего восстанавливал я эту болгарку. А для того, что я купил вот такую приблуду и хочу из этого всего сделать отрезной станок. Но об этом в следующей серии. А вам спасибо огромное за просмотр. Дерзайте, все в ваших руках.
Пока.